Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас на нашем канале. И сегодня мы с вами приготовим батат, запеченный в духовке. Для этого нам надо сам батат. Он у нас со шкуркой. Мы его хорошо помыли. Порезали ломтиками. Понадобится также соль. У нас здесь паприка, она копченая. Также у нас нам понадобится оливковое масло или любое другое. И у нас тут семена кориандра. И зелень по вашему вкусу. Нам нужно сейчас прогреть сковороду без масла, для того, чтобы прогреть сами семена кориандра. Он даст очень хороший запах, очень приятный. Немного лимоновый. Сковорода наша нагрелась. Высыпаем наши семена. Сейчас они немного прогреются. Наши семена прогрелись. Мы их убираем или в ступку, или у кого нет ступки, как у меня, просто в тарелочку, и будем их сейчас разминать. Теперь я их ложечкой просто буду вот так вот разминать по тарелочке. Семена мы растолкли. Теперь мы будем добавлять остальные ингредиенты, их смешивать. Немножечко масла. Соли по вкусу. И нашу паприку. Теперь пойдем обмазывать наш батат. В общем, я обмазываю обычным традиционным способом, ручками, пальчиками. Кто не хочет пачкаться, кому это не нравится, можете взять пакет и все это, всю смесь положить в пакет и в пакет батат. И тогда это все дело перемешать пакетом. Вот мы обмазали наш батат. Сейчас он отправляется в заранее разогретую духовку на 180 градусов на 15 минут. А потом мы с ним будем проверять, как у него дела. Вот наш батат. Он мягкий. Мы проверили. Вилочка входит свободно. Он у нас стоял в духовке 20 минут. Потом духовка выключилась. Он у нас еще достоял минут 10. Дверку я не открывала, он сам дошел. Проверяйте вилочкой, когда будет готово. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и оставляйте комментарии.